Российский певец Данко, Александр Фадеев, раскрыл основные причины болезни артистов, сообщает «Вечерняя Москва». Издание отмечает, что на размышления о причинах болезни артистов россиян подтолкнула новость о госпитализации российской певицы Юлии Началовой. В настоящее время она находится в реанимации. Реклама Данко указал на то, что артисты сталкиваются со множеством проблем, а их жизнь тяжела и неказиста. Он отметил, что чаще всего звезды заболевают из-за морального давления. Моральное давление, которое оказывается на артиста, колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют, заявил Данко. Также артисты часто выступают при плохой погоде, практически не высыпаясь. Ты стоишь без шапки, ледяной ветер практически сдувает со сцены, во время гастролей нарушается режим сна и отдыха, а иммунитет человека не безграничный. Все это бьет по здоровью, поделился Данко. Ранее сообщалось, что Юлию Началову перевели из реанимации.